Девочки, привет! Я думаю, что это видео будет как раз полезно девочкам, которые находятся в таком замечательном положении, как нахожусь я. И, возможно, конечно, мальчикам, рядом с которыми находятся девочки в этом прекрасном положении. Наверняка вы знаете, понимаете, что в тот момент, когда у нас растет малыш, растет он еще пока в животике, в этот момент как раз для формирования его костно-мышечной системы ему необходимы полезные вещества, которые он потребляет из организма мамы. И если вначале мы это понимаем только понаслышке, нам говорят, кушай больше творога, это полезно для волос, для ногтей, для зубов, потому что малыш будет тянуть из твоего организма питательные вещества, то вначале мы это просто слышим. Лично я начала ощущать уже где-то на 5-6 месяц. И ощущаться это начало именно ночными судорогами. Это очень неприятный момент, если вы с этим уже столкнулись, то наверняка вы меня понимаете. Я сейчас говорю об этом с улыбкой, потому что я нашла очень хорошее решение. И хочу сейчас с вами поделиться таким замечательным продуктом, который я нашла, потому что когда я говорила своим самым близким знакомым, мы, конечно, делимся только с самыми близкими, о том, что у меня есть такие судороги, мне говорили, о, наверное, у тебя недостаток магния. Когда я начала смотреть информацию об этом, оказалось, что далеко не все добавки, продукты, которые содержат магний, они одинаково полезны. Потому что в основном в их состав входит оксид магния, который усваивается только на 4%. То есть вы его как бы едите, но пользы от этого никакой. И также, сколько бы мы творога не ели, как бы я не любила творог и не ела его каждый день по утрам, все равно это всего лишь маленькая доза, дозировка кальция, который попадает в наш организм. И вот в этом продукте, магний Калде, в нем содержится очень правильное сочетание кальция и магния. Именно вот в таком сочетании он очень хорошо усваивается, он транспортируется, впитывается. И сколько можно рассказывать, лучше всего я поделюсь отзывом. Я очень долго ждала, когда я смогу заказать этот продукт. И у меня были очень большие ожидания, я хотела все-таки попробовать. Когда он ко мне приехал, я ощутила первый эффект. То есть вот эти ночные потягушки, когда тебе и так неудобно лежать на животе, на боку, тяжело переворачиваться, и ты хочешь потянуться, ты начинаешь тянуться, и в этот момент у тебя срабатывает эта судорога. Это самый ужасный ночной момент. Соответственно, когда я начала принимать вот эту добавку, магний Калде, у меня уже на вторую ночь я реально почувствовала облегчение. То есть эта судорога была не такая ужасная, как была до этого. И на третью ночь, все, с того момента у меня больше, я теперь подтягиваюсь, все прекрасно, меня никаких судорог больше не беспокоит. Поэтому я обратила внимание на что же сюда входит. И оказывается, здесь, кроме того, что идет правильное сочетание кальция и магния, сюда входит еще витамин D и К2. То есть это такой сбалансированный коктейль, который полностью обеспечивает питание нашим костям, нашим мышцам и плюс еще иммунной системе. Потому что очень важно, чтобы организм мамы был здоровым, чтобы никакие там сквозняки, либо еще что-то нам не навредили, не навредили малышу. То важно, что сюда входит еще и витамин С, потому что сюда входит барбадосская вишня, грибы рейши и грибы шиитаки. Это как раз очень хорошая защита иммунной системы и поддержание системы нашей кровеносной, кровеносно-сосудистой системы и мышечной системы. Поэтому я с удовольствием делюсь отзывом об этом продукте, он действительно работает. И, кстати, когда у меня так получилось, что продукт начал заканчиваться, сколько я его принимала? Значит, вначале я принимала 2 капсулы вечером и 2 капсулы утром. Потом, когда я понимала, что у меня продукт заканчивается, я начала, так сказать, экономить. И я принимала 1 капсулу на ночь, 1 капсулу утром. И тоже работала.
Потом, когда у меня продукта еще стало меньше, и я все еще ждала, когда приедет следующая баночка, то я принимала уже даже по одной капсуле. Сколько было, столько я экономила, и все равно эффект сохранялся. Потом, так как у нас кальций не задерживается в организме, то, соответственно, когда я перестала принимать этот продукт, я почувствовала, что это действительно была работа продукта, потому что, когда мне около 2 недель я его не пила, у меня потихоньку эти судороги ужасные начали возвращаться. Потом я дождалась, начала снова принимать Магни-Кал-Д, и все нормализовалось. Поэтому я с удовольствием вам могу рекомендовать, могу делиться своим отзывом, что именно этот продукт работает. Он содержит он полностью натуральный, он самое главное работает. Ну а подробнее о составе вы можете посмотреть на самой упаковке. Я вам желаю, чтобы ничто не омрачало вот этот наш прекрасный период ожидания малыша. Будьте здоровы, счастливы! И до встречи в следующем видео. Пока-пока!